Всем привет! К нам попали взрослые лисы со зверофермы и сейчас проходят лечение. Как я уже рассказывал ранее, на зверофермах распространенным заболеванием у лис является атедектоз. Сейчас я хочу вам продемонстрировать, как это выглядит вживую и как его распознать. Лису. Вот. У нас есть лиса, и по визуальному осмотре в ушной раковине мы видим налет. У данной лисы он незначительный, но присутствует. Такая же ситуация во второй раковине. Для того, чтобы точно определить, что это ушной клещ, а не просто грязь или что-то другое, например, воспалительный процесс или аллергия, нам необходимо провести микроскопию. Для этого мы возьмем ушные палочки, предметные стекла. И ушной палочкой, ватной палочкой, простите, соберем налет из уха. Нужно быть осторожными и ни в коем случае не повредить барабанную перепонку лисы. Собранный налет мы помещаем на предметное стекло. Лису надо держать крепко, чтобы если она дернулась, мы не нанесли ей травм. Лучше собирать с запасом. Из разных частей уха. Можно использовать разные методы. Обычно просто сдавливаю двумя предметными стеклами. Я предпочитаю разбавлять капелькой физраствора. Препарат из одного уха готов. Ту же самую операцию мы проведем со вторым ухом. На второе стекло я положу вместо второго предметного покровное, чтобы вы увидели, что особой разницы нет, и ушного клеща будет заметно и в таком случае. Препараты готовы, можем идти к микроскопу. Подготовленные предметные стекла размещаем на площадке микроскопа.
Использую минимальное увеличение без инерсии. После чего начинаем исследовать полученные образцы. Ну вот, собственно, я уже нашел живого клеща. Пожалуйста, как он выглядит вживую? Это был образец с двумя сдавленными предметными стеклами. Сейчас я продемонстрирую образец с предметным и покровным стеклом с капелькой физраствора. Как видите, особой разницы нет. Так что можно использовать как тот метод, так и второй. После обнаружения ушного клеща необходимо начинать лечение. Для этого существует масса средств. Это спреи, таблетки, капли на холку. Все они с той или иной степенью эффективности уничтожают данного паразита. Спасибо за внимание. Лечите своих питомцев. Будьте внимательны. Удачи. Да.